Друзья, всем привет! Коротенькое включение. Сейчас как-то даже не знаю, с чего начать. Прошла, в общем, информация. На сайте, по-моему, даже Роскомнадзора есть эта информация. В общем, YouTube закрывают. Я надеялась до последнего, что это не произойдет. Конечно, я не могу это утверждать, но 50% уверенность есть, потому что уже много где фигурирует такая информация, что дано 2 недели пользователям России, да, для того, чтобы сохранить все свои данные. Вот, так что я последние дня, наверное, 4-5 занимаюсь только тем, чтобы скачать все свои видео. Ну, максимальное количество, вот, то, что для меня дорого и актуально. Поэтому, как бы, сейчас немножко перерыв, небольшое видео не выходят. Вот, а в дальнейшем я даже не знаю, будут ли они выходить, потому что ничего не известно, и... Но все к тому идет, что YouTube закроют, и придется нам с вами куда-то переходить. И знаете, я вот сначала говорила, что не буду, не хочу начинать, но как-то вот эта вот ситуация, суета заставила меня немножко передумать, что ли. То есть я зарегистрировалась на Рутубе. Также я есть Яндекс.Дзене. И еще буквально позавчера я зарегистрировалась на новой платформе Ярус. Вот. Так что на Ярус я буду полностью начинать сначала. Это совсем какая-то новая платформа. Очень интересная. Она сочетает в себе как бы 4 вида блогинга. Это и видео, и фото, и текст, и также общение в чате. Вот, вообще там можно смотреть каналы, смотреть видео, в общем, интересный хостинг такой, посмотрите в Яндексе, если интересно, поищите Ярус, ну, очень интересная платформа, кто хочет начать сначала, мне кажется, что можно вполне. Вот, в общем, я к тому, что ссылочки на свои новые ресурсы я оставлю под видео. И пока, наверное, в ближайшее время каких-то видеороликов не будет, потому что я пытаюсь спасти свой видеоархив. Вот, так что подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Вот, конечно, такая ситуация, ну, просто из ряда вон на самом деле, потому что многим... Просто надо, ну, придется начинать сначала. У кого-то есть уже большая аудитория, да, и, допустим, там 50 тысяч подписчиков. И, конечно, за ними 50 тысяч не уйдут, но уйдут 10, 15, 20. Вот, а мы с вами начинающие вечно, молодые. Нам с вами надо набирать все сначала. Вот, так что я буду рада, если вы присоединитесь ко мне на любой из 3 платформ. На Яндекс.Дзене у меня пока ничего нету. Я немножко не понимаю, как там все работает, поэтому там у меня нет никаких видео. Вот, может быть, в дальнейшем будут. На Рутубе я сейчас выкладываю старые ролики. Они будут, так сказать, архивным видео, и в дальнейшем будут появляться новые влоги. Вот. А на Ярус тоже я только только-только зарегистрировалась, пока разбираюсь, можно ли там архивные видео создавать, либо там полностью будет новое с нуля. Вот. Ну, все-таки, но не могу я бросить съемки. Я к этому так привыкла. Я без этого не могу.
Все равно даже вот сейчас Инстаграм полностью отрубился, то есть у меня нет доступа даже с приложениями. Ну, я сейчас уже думаю, нафиг это надо, эти приложения. В общем, я к тому, что как-то пусто, чего-то не хватает, когда ты не выкладываешь фото и не пишешь к ним описание. Спасибо, что вы были все это время со мной. Надеюсь, что вы пойдете за мной следом, если я вам нравлюсь, и вы на меня столько лет подписаны, столько лет смотрели, смотрите, комментируете. Кто-то в последнее время активность даже проявил особую. В общем, всех жду на новых моих платформах, на новых моих страничках. Конечно, несравнимые вещи, но вот люди, которые в Украине, они страдают от реальной войны, а мы с вами от информационной. К сожалению, простые люди. Мне просто очень волнительно, знаете, то, что всего несколько дней для того, чтобы сохранить все свои данные. Я могу понять, да, себя, у меня там, ну, 700 видео, и я не все собираюсь сохранять. Но есть люди, у которых 2000, там, 5000 видео. Как им быть? Вот. И Google, кстати. То есть YouTube и Google. Google тоже все. Так что имейте в виду, сохраняйте свои данные, у кого что есть. Пароли, все-все-все, какие-то файлы с почты, с Google диска, если что-то есть. И увидимся с вами на других платформах. Подписывайтесь, буду рада, если загляните.